Dios mío. Привет, привет. Привет. Эй, эй, тигры! Сколько подтягиваний ты можешь сделать? Важное сообщение. McKay Industries вложила 100 миллионов в проект El Presidente. Прижмем Маккея? Он спонсирует Кастильо. Нет, убьем Кастильо, на Маккея нам плевать. Да, чем может быть важен какой-то Янки в костюме? Деньгами. Без них не будет ни танков, ни пуль, ни солдат. Верно. Елена, Хонрон, Лоренцо, мы и вся Ламораль займемся Кастильо. Дани, избавься от Маккея. Странный у тебя план. Эссо, устал молоть языком. Повстанцы! К бою! Погнали! Дани, самолеты! Коконос! Я им займусь! Уж я им перережу. Сингаус не умеют вовремя остановиться. Я прыгаю. А, свой отель откройте, Ихос де Пута. Этот наш. Нет! Прикрой меня!
иду! Таня, они идут со стороны двора! Конью! Всем отступить к моей позиции! Главное здание, верхний этаж! Принято! Это все, что ты можешь, Кастильо? Елена, в чем дело? Это Гильберто. Они хотели не захватить форт, а загнать нас внутрь. Тигра! Надо валить! Эй, бежим! Везде это ядовитое дерьмо! Ни хрена не видно! Так выбирайся оттуда! Таня, я! Ханрон! Ханрон! Инга! Эй, Тигра, что было в этих бомбах? Елена, какие у нас потери? И где Ханрон? Просто доберись до пика патриотов! Не время для «я же говорила». Хочу попрощаться со старым другом. В 67-м мы не оплакивали мертвых. Смерть была честью. Мы были глупы. Кастильо и Маккей перешли черту. Смерть может забрать любого из нас. И старую легенду. И молодую. И лидера Элеста. И руку революции. Мы должны остановить Кастильо и Янки. Мы? Мое везение вам пригодится.
Лола Лапуля, это Гильберто. Угу. Я до сих пор в шоке. Эль Тигре и Ханрон в один день. Пинга. Я убью Кастильо и Маккея. Охо-порохо. Да-да, но я звоню не для того, чтобы узнать, насколько сильно ты злишься. Сильно — это не то слово. Знаю, Лапуля. Я лишь хотел сказать, что новый штаб Ла Мораль теперь на заводе Кардосо. Загляни, как будет время. Хорошо, Гильберто. А, еще кое-что. Нам больше не нужен вышибала, так что Альфредо жаждет приключений. Его возьмут в Либертад? Конечно. Отправь его к Бенито. Ему всегда нужна помощь. Как весь? Que vuelta. Эль Тигре был легендой, а Ханрон могла стать ей. Не пришло. У меня для тебя очень важное и дико сексуальное задание. Мадре Мария, новые места тяжеленные. Нравится мой костюм? Сама сшила.
Кстати говоря, ты удостаиваешься чести узнать, что я отказываюсь быть марионеткой. Росамель в последний раз выступит перед Лос-Фашистос. Фелисия сказала, что псы режима вынюхивают нас так упорно, что кокаиновые наркоманы обзавидуются, и они напали на след моих хамелеонов. На стендах PDP уже развешивают плакаты с именами и лицами. Лапуля, тебе нужно сжечь, разорвать, изничтожить все, благодаря чему комэмьерда смогут выйти на меня. Я бы сама этим занялась, но Тетас привлекут внимание. И ты дашь нам время подготовиться к вечеринке по случаю отставки одних там военных. Росумель ждет прощальный болеро. Когда разберешься с плакатами, я с тобой свяжусь. Там на очереди пара людей, с которыми нужно разобраться. Лапуля на кону жизни и судьба моих бедных ног. Надо смотреть в окно. Адиос. Адиос. Конио. Роса, кажется, я нашел один из стендов PDP. Тут портреты твоих хамелеонов. Сожги все, Лапуля! Эти каблуки меня в могилу сведут. Убери оружие! Один набор улик уничтожен. Осталась одна.
Гильберто? Когда я в платье, я Росамель Лапуля. Прости. Росамель, я уничтожил 3 стенда с компроматом на твоих хамелеонов. Как вовремя, Магнифико! Теперь отправляйся в отель Аманасер. Вечеринка вот-вот начнется. Тебе нужно отправить на пенсию 3 полковников. Эти Сингаус виноваты во стольких смертях, что я уже со счета сбилась. А я, между прочим, умею считать. Окей. Отправлюсь туда сейчас же. О, представляю, какие будут заголовки. Шпион-трансвестит организовал тройное убийство продажных чиновников. Пинга, я продам права какому-нибудь крутому каналу. Мы станем звездами, Дани. Но что-то я забегаю вперед. Сейчас пришлю тебе фоточки целей. Позвони, когда доберешься. Роса, я рядом с отелем. Фантастика! Теперь тихонько проберись внутрь. Если испортишь мое соло, услышишь от меня пару ласковых. Я знаю, что вам не терпится начать праздник, но сегодня стрельбы не будет. Ну, разве что чуть-чуть. Но, клянусь, если кто-нибудь запачкает мои туфли кровью, я подключу к его кохонос аккумулятор. Сегодня здесь только лучшие из лучших. Полковник Соня Перес. Настоящая гроза танцпола. Полковник Рауль Мартинес, который бьет столько, что пересадка печени начинается раньше, чем подадут ракуну. А полковник Диас, как всегда, опаздывает. Не купите его с братом. Мысли с учителем лошадей, капитаном Диасом. И сейчас я спою для вас песню, на которую меня вдохновила одна из ярчайших звезд. Дикий зверь совсем верно. Королева, остановку сменить хотела. Когда водит с ума, танцы и ром, как до утра. Эй, папа, папа, я рано, эй, папа, папа. Идем Кастильо. Правые солдаты со словами «Виноват!» Эй, мамбо, ни к чему стрелять по нам. Эй, мамбо, лучше усмену и танцы. Эй, мамбо, мамбо, я рад, но Кастильо синый, рыхтеленый, кто-нибудь и генерал. Генерал Мигель, кто знал, что ты так танцы смел? Солдат и слевой за тобой прекрасен танец твой. Как же это получилось, я уже тебя влюбилась. Эй, мамбо, мамбо, я рано, эй, мамбо.
Кассио, ни Антону, ни Диего не будет плохого. Ведь это мамбо, мамбо я рано. Зажигаем, зажигаем, мы танцуем, не стреляем. Эй, генераль! Кто же защитит лошадки сталь? Если забегут повстанцы, вдруг короче мы танцуем тут. Как вы будете сражаться, если тянет отрываться? Эй! 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 Зажигаем, зажигаем, мы танцуем, не стреляем. Нету у повстанцев ни шанса, нет ни шанса. Против него в кости ее они всех победили. Мы сегодня ночью разбудим Яру точно. Эй, мамбо, мамбо, я рано. Эй, мамбо, мамбо, я рано. Нет, нет. Пора бухнуть. Мамбо, мамбо, я рано. Грасиас, Крисоборес, грасиас. Если вы не против, Росса Мэль сделает перерыв. Был помочь. Что-нибудь еще нужно? Вообще-то, моего оператора выпустили под залог, и я хочу снять роличек и послать нахер всех солдат из Кастильо. Подарок от Росса Мэль Пакетто. Загляни ко мне, когда будет минутка.
Надеюсь, Кастильо будет в ужасе. То, что случилось с Эль-Тигрой и Ханрон. Мисс Амарес, да, все так. Я делаю это. Да, я развожусь с правительством. Мне обещали микрофон. Вместо него дали банан. Я бы показала, куда им его засунуть. Но не в этом ролике. Суть в том, что я больше не буду пухлыми губами режима. А правде, я люблю Ламораль и Лизерта. Они добры ко мне. И вам хотят добра. Мисс Аморес, полюбите себя. Мы не аптечка для остальных стран. Мы иранцы. И помните, что бы ни было, Роса любит вас. Los amo a todos. Los amo a todos. Это весьма вероятно. Так что же нам делать? Выступление вышло потрясающе. Я как раз хотела сказать то же самое. Спасибо за помощь, Дани. Теперь мы с хамелеонами в безопасности. Если тебе что-нибудь понадобится, ты знаешь, где меня искать. Хорошо. Клиент пожаловал. Обычно я не при... Эль-Тигре, Ханрон, дела наши плохи.
Даже не верится, что Бенита смертва. Если нужны доказательства, в интернете получим. Даже не заикайся о Либертате, о том, что Клара, мать ее Гарсия, могла бы нам помочь. Вряд ли ты собирался, но мало ли. Мира, Ханрон и Эль-Тигра мертвы. Плакать будем после войны. Намечаем цели. Продолжаем борьбу. Наш приоритет — сраный Янки Маке и его предприятие. Но чтобы спланировать нападение, мне нужно больше узнать о его бизнесе. Тебе нужно уничтожить глушилки. Они блочат беспроводную передачу данных в Лахое. Разберешься с парой-тройкой, и я смогу подключиться к пакету, который тебе дам. Вставь эту штуку в любой комп в здании Макея, и я получу доступ к его сети. Мы найдем уязвимости этого сраного Янки и поставим его на колени. Я скинула фотки глушилок на твой телефон. Я вырубил глушилку. Мой Бен. Теперь займись остальными, иначе загрузка будет тормозить. Спорим, в здании Макея полно сальдадос. Си, так что уничтожь побольше глушилок, или бой может затянуться.
аккуратно. Эй, пока. Ну, хер морит. Меньше. Ты мне теперь после каждой звонить будешь? Нет, я хотела сказать, что тебе не нужно каждый раз мне звонить. Умно. Откуда ты так много знаешь обо всем этом? Технологии у них продвинуты. Я помогала их настраивать. Да ладно. Помнишь, как Кастильо начинал, как давал первое обещание? Не люблю я политику. Я за него не голосовала, но он обещал соединить Эль Эста не только с остальной Ярой, но и со всем миром. И когда Кастильо победил, он забрал всех гиков, каких смог найти, чтобы подключить Эль-Эста к сети. У этой истории будет паршивый финал. Вскоре мы осознали, что Кастильо использует нас, чтобы создать сеть для слежки за людьми. Кое-кто пытался саботировать ее работу, но сторонники Кастильо быстро смекнули, что мы не на их стороне. И что? Сейчас за нами следят? Нет. Мы придумали, как обойти систему. И рассказали Либертат. Видишь? Мои друзья... Я позвоню, когда все заработает. Если хочешь, можешь проникнуть в здание Макея прямо сейчас. Уверена, что этого хватит? Решай ты. Да?
выяснила, где именно находятся оставшиеся глушилки. Отмечу их на твоей карте. Ну, блин. А мне нравилось шариться по лагерю в поисках этих штук. Странный ты, Дани. Почему-то так спокойно стало. Елена, я у здания Макея. Там полно сторонников Кастильо. Как разбираться с ними, решать себе. Вдруг ты сможешь все провернуть, не привлекая внимания. Иногда внимание – это хорошо. Гильберто говорит, что часть здания сейчас ремонтируют. Там, где идут работы, должно быть меньше людей. Спасибо за наводку.
уродскому бизнесу уродское здание. Тут нужна осторожность. Что это было, и доложите! Эй, здесь труп! Recibido! Прикрой меня!
Подключился к компу. Я тут просматриваю кое-какие файлы. И что там? Скажем так, никто не учил магии чистить историю браузера. Погоди. Коня, с этого компа у меня есть доступ к куче файлов. И к системам здания? А мне-то что с того? Я не очень дружу с компанией. Сейчас. Дани, я нашла расписание. Похоже, у Макея назначена встреча в офисе. Скрестим пальцы. Ну все. Я вытащила с этого компа все, что могла. Хорошо. В конференц-зале есть еще один комп. Я могу его разблокировать. Иди туда и подключи меня к нему. Сможешь не впускать Сальдадос, пока я там? Будет сделано, Дани. Здравствуй. Как твои дела, рюкзак? А ты как думаешь, сраный янки? О, сраный канадец, вообще-то. В отличие от американцев, мы извиняемся, вонзай нож. Чё, пришел? Отомстить. Ты убил моих друзей. Ясно. А мозги у них вытекли через уши или через нос? Нет-нет, погоди, не спойлери. Запись посмотрю, как уложу засранца. Мое почтение за Бенитоса, кстати говоря, удружили. Я как раз беседовал с Кастильо, когда увидел, как вы, животные, вешаете ее прямо в телефоне. Это было жестко. Ты следующий. Взглянем правде в глаза. Ваша страна отстает от всех лет на 7. Не мешали бы вы, людишки, нам с Кастильо, уже были бы страной первого мира. Вот так. Людишки? Ха, чувствуется любовь. Господи, пойми, я видел кучу повстанцев и говностран типа Яры. Ничего личного, пришел твой черед, так что крепись, потому что к тебе направляются очень крутые ребята. Супер. Что это? То, что поможет мне стереть тебя в мелкий порошок. Нас что, взломали? Увидимся, Маккей. Ах ты, тварь! Ага, я пошел. О, прекрасно. Посмотрю, как ты сдохнешь. Знаешь, скорее всего, ты старался зря. Ты не представляешь, сколько всего я храню в облаках и на личных серверах.
что дальше? Судя по файлам, завод и трубопроводы очень важны для Макея. Он тратит большую часть своих ресурсов на их защиту. Так похерим их. С чего начнем? Решать тебе. Встреться со мной на складе пиломатериалов Валера или с Фартовой на заводе Кардоса. Чертов их это будто. Ладно, сведения о производстве яда организованы Макеем и Кастилью у меня. И что дальше? Судя по файлам, завод и трубопроводы очень важны для Макея. Он тратит большую часть своих ресурсов на их защиту. Елена, я вывел из строя глушилки. Отлично, Дани. Если мы хотим отключить сеть Макея и Кастильо, важна любая мелочь. Мы попадем в учебники истории? Конечно. Через много лет великое нападение на глушилки наверняка станет национальным праздником. Смейся.